Так, на улице Тургенева специалисты Ремстрой занимаются благоустройством беседок для отдыха. В течение 2 дней они покрасят каркасы беседок и лавочки, которые стоят в них. А особые лианы, которые растут все лето, сделают в этих беседках живой навес, где жители и гости смогут отдохнуть от палящего солнца. Кроме этого, на набережной продолжают замену старых урн на новые. Только за сегодняшний день специалисты Ремстрой установили 25 штук. Город меняется и расцветает. Гости курорта особо подчеркивают, что благоустройство действительно на высоте. Есть где отдохнуть. Самое такое место, вообще красота неописуемая. Там, где я был, мне, например, нравится гулять вот по набережной. Она достаточно красиво сделана, благоустроена и достаточно чисто всегда в ней. Постоянно с детьми гуляем в Ореховой роще, тоже очень нравится. То же самое, и достаточно красиво все сделано, культурно, благоустроено. Вот. Вполне как бы устраивает. Мне понравилось, очень чисто вот по улицам, да, много насаждений, тоже это мне понравилось. Ну, очень чисто, уютно, аккуратно, благоустроено.